Статистика по происшествиям на дорогах области не радует. Так, с начала года зарегистрировано 521 дорожно-транспортное происшествие, 133 из них из-за превышения скорости. В ДТП погибло 25 человек и 188 получили различные травмы. Основной причиной подавляющего большинства роста аварийности является низкая дисциплинированность водителей, нарушающих скоростной режим. Зафиксировано камерами видеонаблюдения, а также в том числе автоматизированной системой «Ураган», которая действует у нас с 30.09.2020 года, 35 тысяч нарушений ПДД только скоростного режима. 48 автомобилей водворены на специализированную стоянку по решению суда. Собранные материалы направлены судебным исполнителям. Если же общее количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах немного снизилось, то по нарушениям скоростного режима наблюдается рост. С учетом проводимой работы и анализа проводится передислокация маршрутов патрулирования и предусматриваются дополнительные наряды полицейских. Напомним, только по нарушениям скоростного режима в Акмолинской области зарегистрировано свыше 35 тысяч фактов. Аслан Абуталипов, Азамат Бекмагомбетов, Жамбыл Болтаев, Кокчы Акпарат.